Ребят, всем привет! Сегодня у нас новый эксперимент. Многие из вас, наверное, надеюсь, видели, когда, допустим, что будет, если у машины заткнуть глушитель, да, тоже картошкой или еще чем-то заткнуть, то есть будет ли он работать, двигатель, не заглохнет ли автомобиль вообще. Вот. Ну, бывает то, что там из коллектора, из штанов, или как их называют, из трубы где-то секет воздух, и машина продолжает работать. Вот. Ну, а сегодня я постараюсь загерметизировать места, где травит, так сказать, выхлоп. И мы что сделаем? Мы не сможем заткнуть наши глушители картошкой, как это делали во всех фильмах там, или еще где-то, да, подставы какие-то. Мы просто будем использовать... Мы будем использовать пакеты, вот я купил специально. И сзади установим пакеты на глушители вот сюда. То есть, а потом я заведу мотор и посмотрим, может быть, они надуются или вообще мотор заглохнет. Потому что потоки выходящих газов, они должны как бы, ну тоже там есть свое давление, они должны выдавить эти пакеты. Либо что-то произойдет необычное, неизданное, неизведанное нами. Ну, сегодня мы посмотрим. Все, сейчас начинаем. Поехали. Все, пацаны, все готово, все закрутил, вроде как герметично получилось. А вообще спереди вот сделал вот так вот. То есть здесь очень часто травит, и здесь просто изолентой очень плотно замотал. Ну, для эксперимента, я думаю, пока что у нас сойдет, получится нормально. Вот, сзади вот так вот очень плотно закрутил пакеты, в два пакета сделал, вот. Закрутил очень плотно там все, туго сделал. Ну, думаю, получится. Но они должны либо лопнуть, либо я не знаю, что будет. В общем, все, мне самому интересно, поехали. У нас есть несколько вариантов того, что у нас может получиться. Либо пакеты взорвутся, либо мотоцикл заглохнет, либо он вообще не запустится. Свои ответы предлагайте обязательно в комментариях, перед тем, как сейчас мы это все сделаем. В общем, все, не будем ждать, поехали. Ну, в общем, первый раз они лопнули, но лопнули очень тихо. То есть горячий воздух, вот этот горячий выхлоп, он, ну, проплавил, можно сказать, пакеты. И они как бы надулись, но не взорвались. Вот, там небольшие проколы получились, и все. Сейчас я немножко их подлатал, вот. И мы пробуем еще раз. Ну,
Не знаю, что получится, то получится. В общем, поехали. Надувается. Короче, пацаны, ну прикольно получилось, мне очень понравилось. Хотя я надеялся более эффектного, не знаю, взрыва там, не знаю, хлопка. Но получилось как-то так вот, немножко простенько. Если вам понравилось такое видео и такие эксперименты, обязательно ставьте лайки, предлагайте какие-то другие идеи. Я еще думал взять какие-то другие, не знаю, шарики, там, может, контрацептивы, если вы желаете, там, для нашего шоу. Ну, в общем, может, в следующий раз еще что-нибудь подобное снимем. А тем, кому понравилось видео, ставьте лайки, отписывайтесь в комментариях. Все, всем удачи, всем пока.